Сейчас будет проведена операция пациенту с секвестрированной парамедианной грыжей диска L4-5 с компрессией 5-го корешка. Грыжа необычна тем, что она секвестрирована и она смещена немного вниз, каудально. Это вы можете увидеть на снимках. Игла должна устанавливаться непосредственно под основание грыжевого выпячивания. В данной ситуации игла располагается, вкол иглы максимально латерально от линии остистых отростков. Снимок. Отлично. Игла располагается в задней пятой части межпозвонкового диска. На прямом снимке кончик иглы должен быть в центре диска. Первоначально устанавливается проводник. Все этапы выполняются под рентген-контролем. Снимок. Четко туда. После установки проводника выполняется микронадрез кожи. Затем устанавливается расширитель. После того, как расширитель уперся в диск, он фиксируется плотно рукой, извлекается проводник. Затем с помощью молотка он внедряется в межпозвонковый диск. Снимок. Вы сместили аппарат. Снимок. Сейчас, минутку. Снимок. Отлично. Снимок. Затем производится установка рабочего порта со скошенным концом. Скос повернут в сторону межпозвонкового отверстия, в сторону выходящего корешка. Рабочий порт имеет разъем для чистки тубуса. Он помогает располагать рабочий порт правильно. Он должен быть повернут вниз. Снимок. Основание грыжевого печени в данный момент располагается непосредственно над скосом трубки, над скосом рабочего порта. Картиночку уменьшу немножко, слишком крупно. Вот так. Так, давайте черный конхотом. Да. Да. Значит, мы видим сейчас на снимках основание секвестра. С помощью специального дискотома мы его должны убрать. Иногда мы этим инструментом пользуемся как корешковым крючком. То есть пытаемся им вывихивать фрагменты, которые лежат относительно свободно. Если речь идет о более фиксированных фрагментах, этого делать нельзя. Для этого существует специальный крючок корешковый. Как он работает, я вам покажу чуть позже. Без него работать вообще нельзя. Корешковый. Сейчас я попробую корешковым проверить. Корешковый, смотрите, какой. Оп. Про крючок. Значит, этот крючок очень важный инструмент. Для чего? Он позволяет мало того, сместить оставшиеся фрагменты грыжи диска в рабочий порт. Это раз. Во-вторых, он позволяет сместить в рабочий порт те фрагменты, которые располагаются каудально или краниально. Вот. И он позволяет пропальпировать корешок. Показать. Вот это вот корешок. Вот, это корешок. Как его отличить от продольной связки? Ну, во-первых, он сплошной, он не имеет никаких надрывов. Во-вторых, он сопровождается сосудами. Как вот мы здесь и видим. Вот. Он располагается в эпидуральном пространстве. Продолженной компрессии корешка мы не видим. Соответственно, мы можем констатировать то, что грыжу мы убрали. И декомпрессию корешка выполнена. Мы закончили. Все, я ухожу.